Христос воскрес! Мир всем! Для вас, которые не в мороке, которые проснулись, для вас хочу сделать. Вот сейчас еду из Москвы. Тут улица Полярная, Зарево проезд, Шакальского. Там Шакальская, ну не суть важно. Везде эта красота стоит. И я вам хотел сказать, показать. Это школа вообще-то, вот здесь за заборчиком школа стоит. Вот. Что написано. Вот. На паузу поставите, посмотрите, что там написано. Сейчас я вам прочитаю. Там написано: мачта стальная, такая-сякая, серия, 15-й год. А сделано за границей, сайт опора.com. Вот, телекс. Видно, да? Вот. То есть это все специально сделано для нас, для рабов. Вот. И здесь тоже они все пронумерованы. Не тяп-ляп, ничего, все тут все четко. Опора, номер, установлен в рамках выполнения мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Опора предназначена для размещения элементов жилищно-коммунальной телекоммуникационной инфраструктуры. Вот так. Номер опять. Новые башни у них. Мостсвет. Вот. Сейчас переверну камеру. Ребята, сатанисты, эти глобалисты, постарались на славу. Вложились. Серьезно вложились. И финансово, и энергозатраты. И по одурачиванию населения, это прошло уже столько времени, да, что мы сами себя утилизируем за свой счет и сами, то есть сами себя и за свой счет, это вообще еще и довольны. Это, конечно, искусство. Поэтому ничего нового, все вы знаете, все понятно. Скажу лишь одну фразу. В больших городах, ну, в частности в Москве, будет жарко. Когда это включат, когда включат то, что на фонарных столбах, на всех, и на старых, и на новых, будет жарко. В прямом и переносном смысле. И детям, и взрослым, и здоровым, и больным. Поэтому на что вы надеетесь? Я знаю, на что. Что это мимо вас пройдет. Дай Бог. Дай Бог. Но так не бывает. Потому что есть такая пословица, мой духовный отец ее часто говорил: как помолишься, так и подадут, как подготовишься, так и будет. Поэтому моя задача, о, как шумит, моя задача всего лишь попытаться вас толкнуть за плечо. А уже проснетесь вы или нет, дело лично ваше. Сейчас переверну. Это шумят охладители, там вентиляторы. Все под напряжением, все четко. Ждет своего сигнала. Будем жить. Помогай Господь. Ваш Евгений Лопатин.